По данным ГИБДД по Нижегородской области, в 2013 году отмечен значительный рост количества ДТП по вине водителей. Валерий Шанцев и Иван Шаев сегодня дали старт месячнику безопасности дорожного движения. Просим всех нижегородцев очень активно поучаствовать в этом месячнике. Давайте чаще встречаться. Будет также проводиться большое количество встреч, мероприятий, с тем, чтобы мы объясняли друг другу и понимали бы, что культура вождения – это сегодня самое главное, соблюдение правил. Количество дорожно-транспортных происшествий у нас, управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, критическое. Мы практически лидеры в России. Нижегородцы признают, большинство аварий происходит из-за безответственности автолюбителей и низкой культуры вождения. Человек садится пьяный за руль, это, наверное, страшнее. Он не думает о жизни людей, то есть это вообще опасно. Водители в нетрезвом состоянии. Я, да как же, вот даже переходить дорогу, например, некоторые проезжают на зеленый свет. Прям это вот так возмутительно, как что-то не будет аварий. Это с головой связано, в первую очередь. Рост количества пьяных за рулем настораживает и сотрудников ГИБДД, и руководителей региона, и рядовых горожан. В Нижегородской области число ДТП из-за нетрезвых водителей возросло в прошлом году на 120%. Для решения проблемы нужны и профилактические меры. К примеру, проект «Безопасный город». Как отмечают его разработчики, внедрение автоматической фото- и видеофиксации уже позволило улучшить ситуацию на особо опасных участках дорог. Недавно был введен комплекс «Парком» в работу. Комплекс уже осуществляет работу на территории города, снижается и жертвы, и травматизм у людей. А это самая главная задача, к которой мы идем. Безусловно, мы будем стремиться наращивать подобные системы в дальнейшем, потому что эффект ее налицо. Елена Фролова, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.